случае еще хуже. У меня друг в аэропорту на полу неделю просидел. Говорят, а водки, водка есть, а керосина нет. Вообще, залейся. Или живой остался. Дабы не до края лететь, мы не улетаем же. Ну, со знакомством. Пожалуй. К тому же вы-то про меня хоть что-то знаете, а я-то про вас отнюдь не... Прилипло словечко. Понравятся вам пирожки с капустой или нет? Почему же не понравятся? Ну, естественно. Какая мать? Моя. Так она что знала, что вы со мной поедете? Значит, вы меня не случайно встретили? Ну, как сказать? Ну, так говорите как есть! Ну, устал я от ваших недомолвок. Ну, вы в Москву по делам или как? Главное дело, Сергей Петрович, с вами поговорить. А на Невском я действительно вас случайно встретил. Иду, гляжу, вы живьем. Я за вами побежал, а вы, Юр, в гостиницу след простыл. Я подхожу, спрашиваю, профессор Бурановский. Бурановский. Ну, Бурановский. А надолго у нас в Питере-то этот Бурановский? А говорит, назад сегодня в Москву. Каким поездом? А каким у нас поездом профессора ездят? Один стрелой. Первый или второй? Я прихожу к маме домой, рассказываю. Она говорит, поезжай, Вова. И пирожки начала печь дорогу. Хватит интриговать, рассказывать. Тогда по-анкетному. С самого начала. Фамилия моя Суйко Владимир Михайлович. Родился в Туле в семье военнослужащего. Отец, мать русские, вернее тулики. Я это к тому, что мы тулики особые русские, как говорят у нас козюки. Казенные, надежные, всегда при заводе. Медленно запрягаем, быстро не едем, да много везем. У нас и советская власть позже всех началась. Значит, позже всех кончится.